Утро 15 февраля в этом году выдалось морозным, но погода не отменила торжественный митинг по случаю 32-й годовщины вывода советских войск из Афганистана. Этот день в далеком 89-м стал поворотным для тысяч советских семей. Не надо бояться за своих сыновей, воюющих в Афгане. Не надо с тревогой ждать нового призыва. Афганская война закончилась. Военная статистика Афганистана страшна. За 9 лет и 2 месяца войны в Афганистане погибло более 15 тысяч советских солдат и офицеров. 107 из погибших – уроженцы Тверской, тогда Калининской области. Трое пропали без вести. Много говорили за последние годы об афганской войне. Спустя 32 года здесь, на митинге, чаще остальных звучало слово «подвиг». Это не только и не столько день вывода, сколько день, когда отмечается подвиг советских афганцев, тех людей, которые защищали родину свою вот в этих сложных условиях, условиях ограниченного контингента советских войск в республике Афганистан. Вы защищали родину, находясь в Афганистане, вы не позволяли пройти или представить угрозу Советскому Союзу в этой сложной обстановке 80-х годов, сложнейшей международной обстановке, непростой внутренней обстановке, вот тем силам, которые сейчас на Среднем Востоке качают государство, пытаются сменить власти на этих территориях. И это был подвиг. Митинг 2021 года был многочисленен. Среди выступающих представитель Тверской епархии, окормляющий вооруженные силы региона, участник вывода советских войск из Афганистана, отец Андрей. Тогда мы, вы, афганцы, выполнили то, что сейчас многое-многое играет на руку Российской Федерации. Нельзя много говорить, конечно, при всех людях, но были определенные действия, за счет которых наша наука поднялась на большой уровень еще тогда. И сейчас наша наука и наши вооруженные силы, они пользуются теми благами и дарами, которые вы завоевали. Это было не зря. Многие воины-афганцы объединились в общественные организации, среди задач которых – воспитание подрастающего поколения. Молодые должны знать правдивую историю своих отцов и дедов, тех, кто отстаивал интересы нашей Родины как в той афганской войне, так и в других так называемых локальных войнах последних десятилетий. Вечная слава героям!